Ви можете визначитися з дуже серйозними проблемами, які існують в деяких будинках, так? Це геопатогенні зони. Увы, действительно, после того, как нас трясет, трясет весь земной шар, очень много действительно появилось трещин в земной коре. Это радоновое излучение, это геопатогенные зоны, там целый список большой этих всех названий. Увы, влияет это все негативным образом на здоровье человека. И каким бы человек не был сильным, защищенным, какой бы здоровый корень он не имел, если он спит на геопатогенной зоне, это, увы, печальный может быть исход. Убрать эту зону невозможно, это не предоставляется. Но заблокировать это вполне реально. Мало того, я ее нахожу, блокирую и на глазах у человека проверяю, есть ли излучение или нет. Человек сам может убедиться в этом. Все визуально. Так на словах мало кто верит, а вот когда они видят, ощущают, трогают люди, тогда это совсем другое.